Прикинь, ты на Алика так похож вообще. Тебе не говорили, что ты на Алика? Это гениально. Подожди, ты не глухонемая, все нормально? Ты разговаривать умеешь? Умеешь? О, чуваки, что, в суде сидите? Да, тебя будем судить сейчас. Почему ты так решил, серьезно? Ну, блин, ну, парты, жалюзи, грустный вид. Друзья, всем привет, как дела, как настроение? У меня для вас две новости. Первая – хорошая, вторая – хорошая. Первая – я научился очень круто монтировать видео. И вторая – в конкурсе на самый смешной комментарий в прошлом выпуске, призом которого было 1000 рублей, выбрал Турченков Сергей вот с этим вот комментарием. Поздравим Сергея, 1000 рублей отправляются к нему. В этом выпуске я не буду делать никакого конкурса, потому что у меня закончились деньги. А теперь сам выпуск. Ничего себе, пацаны, зэки. Да я помню. Почему зэки? Ну, потому что ебать жопу. Охуенная шутка, пацаны, согласитесь. Санёк, логично. Не зашла, Саш. Саш? Почему Саш? А что, тебя не Саша зовут? Нет. Будешь Сашей, да. Ну ладно. Как ты, ну, быстро прям согласился, то ли? Да, блин, я не хочу спорить с зэками. Тем более с пидорасами. А может, сыграешь что-нибудь? А что сыграть? Так что умеешь? Это дико круто. Да, наверное. Нравится. И мне. Ну, что? И мне. Че, усатый, заболел? Это Бэха тройка. Какого года? 93-го. Это не просто автомобили. Это легенды. Ууу, пацаны, вот это да. Шмаровоз это называется. Почему шмаровоз? Ну, типа, девчонки ведутся на такие деньги, на такие машины, а машина сама дешево стоит. 1240 можно взять. Она вообще-то гончая машина. Подожди, с 240 чего? 1000 рублей? Да. Короче, он за 100 с лишним рублей взял ее. За 150. Ну вот, а почему гончая, объясни? Ну она, во-первых, заднеприводная. Она дрифтует охуенно. Не, по сути, сама по себе марка Бэхи, старая версия, она как конченая идет. Не стой у них на пути, иначе тебе пизда. Да. Не, я понял, что... Нет, я ничего на самом деле не понял. Почему это гончая? Вы говорите гончая машина. Я вот понять не могу. Почему старая гончая? Модель? Старая модель Бэхи тройки, вот набери в ютубе и посмотри, старая модель Бэха тройка Е36, она идет как гончая машина, как короче. Как спортивная. Как спортивная. На ней, короче, дрифтуют, на ней гоняют, короче. Я тоже могу тебе фотку показать. Давай. Кому? Да ладно! Ва, это, а чё это за звук был? Давай ещё фокус. Да как так то а? Ну, на, вот 6, на ВАЗ-2106 тоже дрифтуют. И, ну, люди дрифтят замечательно. Ну, извини меня, 2106 ВАЗ, чтобы на ней дрифтовать, надо её сначала, блядь, до ума довести охуенно. Поставить туда двигатель какой-нибудь мощный, но...
А что в этом BMW? Какой-то мощный двигатель? Сколько там? 140 лошадиных сил максимум у него. 240. Да ты заебал. 240? Да. Ты уверен, 240 лошадиных сил в этом BMW? А может документ показать? Я в это не верю абсолютно. Ну, нет, смотри, спидо... это спидометр, а я говорю про лошадиные силы. Про лошадок. Да нахуй. Мы сейчас посмотрим нахуй. Что-то ты меня заинтриговал, бля. Сколько у меня лошадиных сил бывает. Ты самое главное не перепутать. Чуваки, вы что-то это... Я говорю про лошадки, а вы мне говорите про... А вы мне показываете на спидометре просто отсечку. Не отсечку, а просто максимальный показатель. И называйте свой автомобиль гончим. Почему-то. Ай, сука, переглянь! Чё вам сыграть что? Нормального? Крутого вам что сыграть? Таких, чтобы ебать, ты охотно играешь. Ну, Toxicity сыграй. Toxicity? Да. Просто я тебе ничего не знаю. Должен быть другой строй гитара. Главный пиздата. Красава. Вот вообще красавчик. Да не репа духа, блин. Что еще вам такого крутого сыграть, таких, чтобы еб***ь тебя х***еть? Я не знаю. Давай что-нибудь. Ты помнишь песню, которая в фильме «Такси» играла? Главная песня-то которая? Единственное, что нам сейчас не хватает, это сигареты. Спасибо большое за просмотр. Если вдруг понравилось видео, поставьте ему лайк. И до следующего.